Мотив смеха в курдском гностическом тексте. Илья Мируча, я очень прошу вас, когда я буду говорить, если я буду говорить слишком тихо, сразу вы меня останавливаете. И я постараюсь говорить громко. Вот сразу я останавливаю. А это по вашему типу? Нет, нет, говорите, Елена Петровна, мои особенности. Эту работу я делала в рамках проекта, который предложил Вячеслав Всеволодович, «Символярий культуры». И тема смеха, которая меня независимо от этого символярия интересовала давно, она так для меня вошла сюда вот под этой, так сказать, крышей. Эта работа основана на материалах коптских рукописей гностических. Одно сообщение по одной из рукописей я уже делала. Но потом, к сожалению, по независящим от меня обстоятельствам, работа моя была прервана, и сейчас я вот к ней возвратилась, и эта работа уже по другой рукописи сделана. Вот. Значит, она называлась «Мотив смеха в гностических рукописях», вот в данной гностической рукописи. Но скорее меня интересовал сейчас не сам мотив, как вот его функционирование, смех в качестве некого знака, некого символа определенной группы, понятий, состояний и так далее. Вот, собственно, этому и посвящена моя работа. Итак, все эти рукописи и знак Хамута, как известно, были открыты в 1945 году, а датируются они приблизительно серединой 4 века нашей эры. Большая часть из них, все они сохранились на копском языке, и большая часть из них оригинальна, при том, что оригиналы, собственно, могли быть греческими, но они не сохранились, поэтому копская версия оказывается, так сказать, оригиналом. И в некоторых случаях можно только догадываться, что за этим стоял некий нам неизвестный копский текст. Возможно, что и вот по отношению к тому сочинению, которым я занималась, именно греческий текст и был оригиналом, но его, увы, нету, а осталось только в конце надпись «Deuteros logos tu megalos tef». Догадайтесь после этого, что, очевидно, и все сочинение было написано на греческом языке, а потом переведено на коптский. Итак, что же меня заинтересовало в этой рукописи? Дело в том, что самый текст этого сочинения – один из пяти составляющих весь кодекс. И он очень небольшой, в нем всего 21 страница. Но на этих 21 страницах, ни больше, ни меньше, как 14 раз говорится о смехе. Это цифра впечатляющая. Понятно. Со само сочинение, ну, греческое или же копское, видимо, было составлено в конце II века, в начале III века или в III веке. Вот, так сказать, приблизительная возможная датировка. Имя, которое есть в названии, «Великий Сет», встречается единственный раз в тексте, вот в виде названия. В дальнейшем этого имени нет, но кое о чем можно догадываться. Дело в том, что текст написан в форме диалога откровения. Это такая известная для гностических текстов форма. В данном случае это речь одного из участников диалога, если можно так выразиться, который говорит от собственного имени и говорит о себе «я», обращенного к другим, кто же этот «я» и кто эти другие. Ну, если судить по названию, то «сеф»,
Но тем не менее, сам о себе он говорит иногда Христос, иногда Иисус Христос. Кому же он обращается? Он обращается к братьям, к моим, к совершенным и чистым. Вот, так сказать, так складывается этот, если так можно выразиться, диалог. Хотя, повторяю, речь есть только его. Вообще, с именем Сеф связано много документов, и не только гностических, коптских, но и это имя хорошо известно было и ересиографам. В частности, Ириней Лугдунский писал о ересях, вот, Сифиам. Это была одна из ересей христианских, хорошо известная. Много было написано в 26-й книге Епифания об обрядах, о ереси, о верованиях и так далее. В собрании Нагхаммади тоже сохранились тексты, безусловно, того же круга. Это в первую очередь и, вероятно, самый ранний – это апокриф Иоанна, потом происхождение мира, сущность архонтов и так далее, и так далее. Так что об этой ереси мы можем судить по довольно большому числу документов. Какова цель этого документа? Ну, если так очень коротко выразить ее, это цель полемическая. Это есть опровержение чего-то. Чего же есть опровержение? Ну, вот это будет ясно из дальнейшего. В качестве противников, опровергаемых, выступает христианство. Христианство ортодоксальное. В первую очередь, все незнающие. И, кроме того, так сказать, на заднем плане, это Библия, с которой тоже очень, так сказать, больно обращается автор этого документа или составитель его. Ну вот, цитата из документа по отношению к тем, так сказать, против кого этот документ направлен. Когда мы вышли из нашего дома, речь идет о высшем мире, мы пошли в этот мир и оказались в мире в телах. Нас возненавидели и преследовали не только незнающие, но и те, которые думают, что они богаты именем Христа, опустошенные в незнании, так что они не знают, кто они, как бессловесные животные. Тут, так сказать, сказано своим прямым текстом о том, против кого, собственно, этот текст написан. Ну, каков план этого сочинения? Надо сказать, это редкость для гностических документов, потому что они невероятно бывают путанные, и этот план уловить очень трудно. Но в данном случае он очень, я бы сказала, прозрачный. Это сначала спуск его в качестве спасителя в нижние сферы. И следующая тема – распятие. И потом возвращение к высшим. Первая часть – основана, в общем, на таком мифологическом, гностическом мифологическом материале. А вторая часть – это проповедь. Проповедь, повторяю, обращенная к моим братьям, так сказать, ну, к абсолютным сторонникам этого вероучения в разных формах названными. Но между ними, между этими частями, есть еще одна небольшая часть, которая привлекла очень сильно мое внимание. Это и не миф, и не проповедь, а нечто напоминающее такой текст ритуальный. Молитва не молитва, заклинание скорее. Его я прочту потом, я об этом после хочу сказать.
его, так сказать, его порода не вполне ясна. Какие-то предположения по этому поводу можно строить, тоже этим поделюсь. Итак, вот в самом документе мы все время имеем сочетание такого гностического начала, безусловно, гностического, с какими-то элементами христианских представлений. И все время, так сказать, идет спор, что, собственно, мы истинное христианство, вот это самое, я и мои братья, а то это все не то. И вот все не то, это и есть его гностическое лицо. Там достаточно ясно в этом видно. Ну вот после этих характеристик более общих, которые я дала, чтобы вы представляли, что это за документ, я хочу вас познакомить с этими 14 местами, где упоминается смех. Что-то из этого я прочитаю. Вот первое на странице рукописи 53. Я прямо сразу прочту текст, а потом скажу, что да. И тогда был голос Космократора. Космократор – это архангел. Высший архант мира арханских властей, который, в общем, автором отождествляется с Богом Ветхого Завета, потому что он творит, и очень неудачно, по мнению автора, Адама. И, так сказать, вся легенда так или иначе повторяет библейскую легенду, только со знаком минус. Так. И тогда был голос Космократора к ангелам. «Я Бог, нет никого, кроме меня». Я же, это уже пишет автор, я рассмеялся, первый раз смех, радостно, когда оценил его пустую славу. Он же еще сказал, кто этот человек? И все войско его ангелов, которые видели Адама и его дом, смеялись над его малостью. Они малы, эти самые вот, ангелы, и добавляет автор, и неразумны в их пустой мысли, а именно их смех. То есть тут позволено самим архантам смеяться над Адамом. И тут же делается оговорка, что сами они заслуживают тоже своей малостью смеха. Вот это первое место. Второе место. Дальше. На 55-й странице. Здесь уже начинает разрабатываться тема распятия. Надо сказать, что вот тут-то расхождение очень велико, потому что распятие здесь – это вариант такого, ну, догетического распятия, не только вариант, и никак не есть распятие как спасение для или избавление грехов человечества. Эта тема совершенно, конечно, отсутствует. Описывается это так. «Я пребывал в пасти льва, и намерения, которые архангелы возымели по поводу меня, он противопоставляет себя этим архангелам злым. Разрешить свое заблуждение и свою бесчувственность я не дал им осуществить, как они намеревались. Я ничуть не пострадал. Те, которые там, мучили меня. И я умер не в действительности, но по видимости. Обманно. Моя смерть, которая, как они думали, случилась с ними в их заблуждении и слепоте, так как они распяли своего человека на свою погибель. И мысли их, Энна, они не увидели меня, потому что они глухи и слепы. Они же сделали это, осудив самих себя. Они видели, что меня подвергли мучениям. Это был другой, их отец, который пил желчь и уксус, а не я. Они били меня тростью, это был другой. Тот, кто нес на своих плечах крест, был Симон Киренский, о котором писал один из сиографов, в частности, вот
первым Ириней Лугдунским. Да. А я радовался вышних над всем владением архонтов и семенем их заблуждения. И я смеялся над их невежеством. Вот эта тема смеха над невежеством. Здесь она первый раз проскальзывает, потом она будет повторяться постоянно. Все их силы я поработил. Ведь я сошел вниз, никто меня не увидел. Ибо я менял формы, изменяясь из вида в вид. То есть здесь он в сущности ставит себя на одну доску с обманывающими архонтами. Вот. Теперь еще одно место. Да, вот я приближаюсь к этому самому заклятию. Вот это место, это 60-я страница. Да, опять же, речь идет о незнании. Вот я просто прочту это место. Но в прямоте нашей любви мы беспорочны, чисты и благи, так как мы обладаем мыслью Отца в несказанном таинстве, несказанном таинстве. Ведь это был смех. Я свидетельствую, что это был смех. Архонты не знали, что это несказанное соединение неоскверненной истины, которая пребывает у сынов света, пребывает у них подражание и да, подражание которому они, архонты, сотворили, провозгласив учение мертвеца и ложные догмы под видом свободы и чистоты совершенной церкви. Ну, под учением мертвеца речь идет о христианстве и об Иисусе христианском ортодоксальном. Там он себя называет Иисусом сам, вместе с тем учением мертвеца речь идет о ортодоксальном христианстве, против которого этот текст написан. Вот, и потом обратите внимание на этот эпитет, несказанное, он очень часто повторяется, и он в известной степени гармонирует с тем, что, как вы будете видеть дальше, именно смех оказывается неким средством в полемике. То есть тоже не словесное, так сказать, выражение, а вот отвержение идет при нанесении такого знака. Смех, этого достаточно. Тоже это довольно характерная черта для гностических некоторых спекуляций. С одной стороны, часто это бывает бесконечное плетение слов, а часто это наоборот, апелляция к молчанию, к некоторым состояниям, вот таким уже, ну что ли, психическим началом. Сейчас, извините, очень пересох. Елена Казимировна, пока вы пьете, я вас спрошу, насколько у вас еще рассчитано? Потому что... Хорошо. Нет, вы на меня так не смотрите. Да. Это вопрос. Значит, как... Я прочту только вот этот самый текст. Нет. Это вопрос. Это совсем недолго будет. Нет. Сколько еще просто? Еще 10 минут. Минут 15. А потом вопросы я долго еще буду. Нет, сейчас. Только выпиваем. Потому что говорить можно очень много, и вы совершенно правы, это не зачем. Нет. Значит, я сейчас перейду к тому непосредственно тексту, о котором, собственно, пишу, из-за которого я весь, так сказать, всю эту работу проделываю. Это вот то самое заклинание, которое находится в середине вот этого диалога.
Ну, вот все эти печати расставлены, а потом идет такой текст. Смехом был Адам, ведь он был сотворен седмицей подражание образа человека, человека с большой буквы, так сказать. Будто стала она сильнее, чем я и мои братья. Мы невинны перед ней, ведь мы не согрешили. Смехом были. И тут вот начинается перечень всех тех. Сначала отрицательная характеристика Арханта, создавшего Адама. А потом, значит, все те персонажи священной истории библейской тоже подвергаются такой же характеристике смеха. Смехом был и Авраам, и Исаак, и Яков, ведь им было дано седмица их подражание имя Патриархи. Будто стала она сильнее, чем я и мои братья. Мы невинны перед ней, ведь мы не согрешили. Смехом был Давид, ведь его сыну было дано имя Сын Человеческий под влиянием седмицы. Будто она стала сильнее, чем я и мои братья сородичи. Но мы невинны перед ней, мы не согрешили. Смехом был Соломон, думая, что он Христос, ведь он возгордился благодаря седмице, будто стала она сильнее, чем я и мои братья, но мы невинны перед ним, я не согрешил. Смехом были 12 пророков, ведь они появились как подделки истинных пророков, подражания возникли они благодаря седмице, будто стала она сильнее, чем я и мои братья. Смехом был Моисей, верный слуга, получив имя друг, ведь о нем ложно свидетельствовали, кто никогда не знал меня, ни он, ни те, кто до него, от Адама до Моисея и Иоанна Крестителя, никто из них не знал ни меня, ни моих братьев. Ибо было у них учение соблюдать пищевые запреты и горькое рабство, ведь они никогда не знали истины и не познают ее. Ибо случилось великое заблуждение с их душами, так что нельзя им найти смысл свободы, чтобы познать его, пока не познают они Сына Человеческого. И так далее. Мы невинны перед ним, мы не согрешили. И вот дальше. Ибо смехом был Архан, ведь он сказал, я Бог, и нет большего, чем я. Снова повторяется вот эта сентенция, которая несколько раз проходит. То есть библейский творец, Бог, да. И вот тут прямо почти цитата из Библии. «Я Бог, и нет большего, чем я. Я один Отец, Господь, и нет другого рядом со мной. Я Бог-любнитель, кто возлагает грехи отцов на сыновей до третьего и четвертого поколения. Будто он стал сильнее, чем я и мои братья. Мы невинны перед ним, ведь мы не согрешили». Мы стали господствовать над его учением. Так он пребывает в тщетной славе. И он не согласен с нашим отцом. И так, благодаря нашему содружеству, мы овладели его учением. Ведь он был надменен в тщетной славе. И он не согласен с нашим отцом. Ибо был он смехом, судом, ложным пророчеством. Вот такой текст. Ну вот, когда я с ним познакомилась, я, так сказать, почитала кое-что по поводу него, ну, такая мысль, что это все-таки текст, связанный с некими ритуалами, возникала не только в моей голове. И что, возможно, этот текст и сопровождался какой-то обрядовой практикой в смысле движений, действий, весьма вероятно. Потому что тот же Епифаний, когда описывает этого рода верования, то у него там очень интересно, так сказать, с одной стороны некая идеология, а с другой стороны некие обряды. И не исключено и здесь, что вот эти вот это формулы и эти ритмические пассажи, они могли быть сопровождаться какими-то действиями и смехом. Просто потому что обращение все время идет к я и моим братьям, то есть некой группе, некому маленькому сообществу, сообществу таким же образом верующим. Может это быть, я совершенно не настаиваю на этой гипотезе, но так сказать, просто хочу себе отдать отчет, где, когда и как, и почему затесался в эту рукопись, этот текст. Вот. Что вот сейчас.
уже, собственно, кончу. Что я хочу вот сказать по этому поводу? Понимаете, вот это слово «смех» и понятие «смех», с чем это ассоциируется? С подделкой, с какой-то маской, потому что повторяется, ведь все повторяется, что повторяется высший мир. Это вот вылепливается Адам, но есть высший человек, который якобы повторяется вот этим неумелым Аршантом. И вот получается Адам. Ну, если вы помните, Адам первый, Адам второй, Вера у меня такого рода была. Да. Вот. Так и так, собственно, обо всех, что это подделка, это неудачная, так сказать, вот деятельность, какая-то пустота, какая-то маска, какая-то нелепость. А смех вот в этой части, которую я вам прочитала, выглядит как знак какого-то заклятия, что вот и это, и это, и это. И что я еще могу добавить? Что вот подчеркивание комизма в том, о чем говорится, как о смехе, является тут в этом тексте одним из приемов, использованных составителями этого гностического текста, как полемического. Вот в полемике смех, этот смех, он играет роль. И именно как знак. Вот смех, и это смех, и это смех. Вот так. Сейчас еще что-то я хотела вам добавить. И, пожалуй, собственно, можно даже на этом и поставить точку, потому что потому что задача моя была вот этот текст прочитать с точки зрения того, какую роль в данном тексте, а вместе с тем в тексте гностическом, играет смех. Вот одну из ролей. Причем надо сказать, что смех знаком становится, опять же, на основании гностических текстов, очень часто и совсем не обязательно знаком того, о чем я говорю, но именно знаком. Он становится знаком сексуальных отношений. Так же, как и, между прочим, в Библии. Сара смеялась, и рождается дитя. Есть еще другие ходы. И где говорится о смехе, и ясно, что вот за смехом стоит такое-то содержание. В данном случае я вот демонстрировала вот это содержание такое в полемике, унижающее, насмешливое. Но вместе с тем там вот именно слово «смех» употребляется, не «насмешка». Некоторые переводчики иностранные, я смотрела, он переведен на разные языки. Там по-разному это делают, но там стоит просто слово «смех» и все. Можно был вопрос? Да, конечно. Да, это прямо по этому да. Вопрос, уточнение. Ведь есть тексты правильные, которые существуют и по-гречески, и по-коптски, ну, Евангелие и так далее. Это коптское слово, какому в переводах, какому греческому соответствует? Все, сейчас скажу. У меня тут целый набор. Много, а вот какие могут быть? Геляо, наверное. А есть геляо. В копском два слова есть. Одно для насмешки, и там прясти. Я с собой не захватила эти бумажки. Одно для насмешки. Специально. Но какое? Для насмешки. Для насмешки. Это его греческое слово. Скомота. Нокнек. Нет, это копское не бесполезно. Я
чему соответствует оно в греческом, там, где у нас есть... Да, я все это смотрела, я сейчас забыла. Скомата, насмешка скомата по-гречески. Да, нет, другое там какое-то. Гелео? Нет, гелео, кота что-то забыла. Кота гелео, может быть? Может, кота гелео, во всяком случае, не гелео чистое. По-гречески. То есть там тот же корень, только другая приставка, да? Ну, боюсь, что и корень другой. То есть глагол дубай. А я тоже, я забыла, я не пила. Герос смех. Да, герос. Да, но герос смех. Есть еще насмешка. В копском это вообще разные слова, совершенно. Там никакого сопряжения нету. Собе – это смех, а нокнек – насмешка. Это уже... А здесь смех, а переводит как вот некоторые переводят, как насмешка, но это смех, это именно смех. Это не смешно, это герою. Нет. Я говорю в греческом, там, где мы можем видеть соответствие, может быть там то герою. Нет, это там. Соответствие с насмешкой греческого, я забыла, что нет, там стоит. Смех. Соответствие смеха в греческом. Смеха гелео. Это глагол. Ну да, гелео. А существительное. Ну не помню, Леночка. Ну написано у меня. Просто не забыла, не захватила, я вам скажу. Вот. Ну вот. Все. Марина, у меня тоже вопрос по переводу. Вот вы говорили несказанное. Это что такое? Несказанное у нас, это, то есть я воспринимаю из духа символизма. Несказанное. Это опоррата, это неизреченное. Неизреченное, несказанное, но не невыразимое, хотя многие... То есть несказанное. То, что нельзя выразить. Неизреченное. Но и несказанное у нас просто... Ну, я понимаю, у вас это другая ассоциация. Да, правильно я говорю. Но только не невыразимое. Я вот против чего. Несказанное это у нас скорее невыразимое. Словаре. Автоматически несказанное. 20-го символизма в русском языке. Неизреченное. Неизреченное. Точно. У меня миллион вопросов, я не знаю. Давайте, миллион нет, потому что у нас 5 докладов, поэтому я так говорю, зверь. Вы сказали, текст состоит из монолога. Но вообще он диалог. Откуда это следует? Диалог в том смысле, что все время он обращается. Это может быть и речь обращенная, это не обязательно диалог. Ниночка, конечно, это не диалог, так сказать, нормальный. Речь обращенная кому-то. Ну, проповедь, например, она тоже бывает обращена, но это не диалог. Я почему употребляю этот термин? Откровение, диалог, потому что для попской литературы это форма. То есть вот именно в гностической литературе вот это принято такое. Здесь нету какого-нибудь вот писка со стороны окружающих, который бы подтвердил. Но сама по себе эта форма, вот она такая. И она поэтому, так сказать, вот он входит в это. Вот. Еще мне кажется, что для второго третьего века, это четвертый что ли? Нет, второй третий век написания текста. Уже? Да. Написание текста второй третий. Да. Почему я говорю об этом? Потому что этого Симона уже упоминает Ириней. А Ириней писал свое сочинение против гностиков, учение, в 180 году. Ну, конечно, не обязательно, чтобы это было вот так вот пригнано, но все-таки. Просто для этого времени выражение ортодоксальное христианство не годится. Я совершенно согласна с вами. И они обращаются... Меня само это претит. Нет. А как сказать? Просто христианство? Они спорят с
с другими исповедующими Христа. Другими. Они могут спорить тоже с тем, что сейчас называется еретиками. Чем-чем? Они могут спорить с теми, кто для последующих вовсе не ортодоксальны. Хорошо, я согласна. Я подумала, это церковное тоже не годится, потому что... Да нету еще ничего. Ну, так просто становится. Ну, конечно, да. Поэтому, ну как, название учения мертвеца, оно, очевидно, пиеративное, да? Но да. Сказать, что учение мертвеца, это ортодоксальное, тоже невозможно. Нет, не только, да? Не только, нет. Они спорят с тем, что можно Библию взять. Да, это, конечно. Вот это вот самый пункт спора. Они не хотят ее брать. Потом, в качестве основы. Я не все поняла про структуру. У вас получается, что там есть четкий план. Сначала спуск вниз, вы сказали. Это вас? Спускается. С неба. Вот я спускаюсь, да. Я спускаюсь от высшего. Ну, там это все очень туманно. То есть нисхождение из нижней на землю. Да. Понятно. Ну, да. Чтобы посмотреть что-то и так далее. Да. То есть сначала какой-то образно-нарративный кусок до возвращения, да. А потом проповедь. А потом проповедь. Но и в нарративе тоже уже, так сказать, мировоззрение достаточно четко очерчено. Нельзя сказать, что только тут. А в проповеди, а там только какие-то события, вот неизвестно какие. Нет, Зеница почти персонифицирована, да. И это Архан. Принцип творения, да? Да, это принцип творения, со всеми его помощниками. И что всякое подобие – это смех. Это Это просто насмешка над высшим. Нина, видите, вы опять насмешка и смехом. Ирина Владимировна. Да. Во-первых, я так и не знаю, какие слова. Да. Это интерпретация. Во-вторых, это интерпретация, да? Сотворенное в смех является насмешкой над самим творением. Вот так я позволил себе выразиться. Я же Как? Над творением вы имеете в виду над высшим образцом. Над образцом. Или над самим сотворенным, потому что они смеются над Адамом. Ну да, ну, конечно. А сотворенным. Если и два соображения, уже не вопрос, если можно. Два соображения по поводу. Значит, вот эта идея, что подобие человека. Вы сказали с большой буквы, но у них там нет больших букв, конечно. Ну да, это я говорю. Но вы говорите, потому что человек там правильный. Адам, первый Адам. Да. Высший, который на небесах. Да, и вообще вот идея подобия, двойничества, двойник это как бы тень и такая отрицательная идея. Я просто хочу сказать, что вот в этом самом Иосифе Асенеф, о котором мне приходилось говорить, там есть, но это сочинение не гностическое, одно из самых светлых таких сочинений. Там есть, во-первых, двойничество, очень четко выраженное, что небесным существам есть земные соответствия. При этом земные соответствия наделены как бы достоинством своих небесных подобий. Есть человек, и он архан. Вернее, он архистратик воинства Господня, и его подобие Иосиф, тоже первородный сын Божий. Есть дева Метаноя, вот это вот покаяние, вернее, обращение, и его подобие Асенеф. Причем Асенеф, живя на земле, одновременно является в том же времени, как бы, является и пространством, является градом небесным. И, что особенно интересно, это дева обращения, Метаноя, она вечно смеется. Очень хорошо. Вот. Но ее смех... Смеется? Да, она вечно смеется. Это первое изумление, я когда-то здесь об этом рассказывала. Да, да. Первое изумление было, что то, что мы обычно называем покаяние, да, и представляем себе раньше внутри одежды, она вечно смеется. То есть здесь смех в соответствии как бы, со всей идеологией этого произведения очень светлый. Совсем другой. Совсем другой. Это смех творческий, смех радостный. И творчество совсем не означает производство призраков. Да, да, конечно. Но вот, как бы подобие образности
в этом. Но это произведение гораздо раньше. И совершенно иная. Наследие образное, то идет. Это же тоже Египет. Да. Это тоже греческие тексты. Это тоже где-то там в Александрии. Но совершенно изменилось. Так я же сказала, что смех может быть знаком самым разным. Да, да. Это потому что там, где рождается дитя, это было действительно. Да. Они смеялись тут, и рождались. И тут не только смех. Тут есть одновременно. Это вот верхнее, как бы, ну, небесное соответствие, небесное броне земного, и он смеется, потому что любит. Да. То есть вот, а там, наоборот, противопоставление есть, потому что любовь там, она у высшего, вот высший, так сказать, высший мир, там правит любовь. А низший мир, это мир Библии, библейского архата, он наоборот, там в высшей степени отрицательная характеристика. Раздор, закон, слово закон, номос, это самое отрицательное. Я просто, это уже совершенно другая тема, понимаете, мне просто я здесь даже не касалась. Вот. А что касается подобий, то именно потому, что это подобие вообще, тут здесь наоборот, это такой отрицательный смысл вкладывается. То есть, в отличие от того документа, о котором вы говорите, это совершенно иное осмысление есть. Но просто, что это знак, это безусловно. Вот. Спасибо. И вам спасибо. Марианна Петровна, да. То есть, можно ли сказать, если это перевести на такой, ну, совершенно бытовой перевод, что говорить, что Соломон то-то, то-то и то-то, это просто смех. Это просто смешно. Это просто смех. Да? Да. Вот то это не смешно. Я очень, как бы сказать, настаиваю на том, чтобы сохранить. Что? Я говорю, я настаиваю на том, чтобы не говорить это смешно, а это смех. Смех. То есть понятие остается понятием. Понимаете, слово смех не смешно. Да, я понимаю. Вот, я имею в виду смысл. То есть, а смысл смех? Ну, вот, смысл опровержения некоего ложного положения квалифицируется как смешно. Ну, вот, вы не велите говорить ни на смешке, ни о смеянной. Ну, нет, я не говорю. Там, так, но, так. Смешное, но что не на? Что вам не нравится? Все. Да, Миша, пожалуйста. У меня был вопрос, но отчасти, может быть, на него уже ответили, но я хотел уточнить все-таки. Я пока слушал, для меня одна вещь, честно, осталась все-таки непонятна, пока я слушал. Потом она уже прояснилась немножко. Когда, допустим, формула «Адам смех», она может, вообще говоря, ну, результатом мною приниматься двояко. Либо Адам как объект является смехом по отношению к чему-то, и я так понял, что скорее все вот, в дискуссии меня склонило к тому, что именно это понимание имеется в виду. Либо, с другой стороны, Адам вызывает у меня субъекта текста, говорящего, смех. И вот эту вторую интерпретацию, я так понимаю, что вы скорее отвергаете. Но мне показалось, что как раз она. То есть все-таки смех – это отношение субъекта текста, говорящего, да, к некоторому объекту, да, а да, не отношение объекта к его прототипу. Нет, нет, просто с точки зрения автора этого текста, это все осмеяние. Это все осмеяние. То есть, осмеяние. Как бы я смеюсь. Да. Я смеюсь. Я смеюсь. Понятно. Ага. Я смеюсь. Хорошо, и значит, я уже неправильно понял дискуссию. Я думаю, что тут, Валерий Владимирович, тут обе вещи есть. Да, хорошо. Все тварное является мнимым подобием, поэтому оно смех по отношению к истине, и тот, кто обладает истиной, смеется над... Ну, тут обе. Значит, обе интерпретации. Да. Просто мне показалось, как раз, что первая цитата, которую вы привели, она была скорее в пользу того, что я смеюсь, когда там, я сейчас не воспроизведу ее, конечно, Адам, и я смеялся.
То есть это явно была речь говорящая. А вся остальная дискуссия, она скорее складывалась в том плане, что объект является смехом вот по отношению к... Самое вот это заклятие, это безусловно, объект это смех, потому что там даже не я, а да, просто это... Да. То есть подобие, а не... Подобие они... это никуда хорошо не годится. Можно в связи с этим уже второй вопрос задам? Я все-таки, вот одну вещь, которую я не очень понял, это соотношение между подобием и прототипом, в каком плане оно лежит. Наверное, это очень туманная вещь, но правильно ли я понял, что речь идет в первую очередь, или отчасти хотя бы, об отношении между текстом каноническим и описываемой реальностью, как бы историческим, либо имеется в виду отношение между объектом, воплощением и идеей и так далее, и что такое вот такое. У меня такое впечатление, что речь идет, что высший мир, вот это вот и есть настоящее. Всякое подобие никуда не годится. Весь наш мир тварный, потому что это антиматерия, дальше не будет. Понимаете, вот весь текст. Я же не читаю, вы мне задаете вопрос, потому что вы не знаете этого текста. Да, естественно. А там все сотворенное никуда не годится. Это одно из капитальнейших расхождений с христианством и с Библией. Почему Творец так плох? Потому что он из этой самой, из Хюля делали все. Понимаете, из материи. Вот. Все, я понял, спасибо. Ну поделитесь, смеются. Да, пожалуйста. А может, совсем шоколярский вопрос? А у Плотина в Энеадах смех не упоминается? А я не смотрела. А. Вы посмотрите место. Марина Алексеевна, вы уже второй раз, такой, как бы затравка на следующее, то есть после этого, да, значит, надо еще и следующее. Нет, надоел больше про смех. Нет, тем более, что тут не было того, что было в первый раз о том, что смеящийся на дереве. Это тут тоже есть, и большой отрывок есть, я уже не стала его читать. Дело в том, что это повторяется все время. Смеющийся. Смеющийся у дерева. На древе тут. У древа смеющийся. Но столько у нас в прошлый раз говорили. Но тут, между прочим, совершенно ясно, что смех адресован ничему иному, как Артам, который все это учинили. Понимаете? И мучают, и все. И там такое довольно туманное объяснение, что вообще-то говоря, я их обманул тем, что все, что они делали, как бы со мной, вот на меня сыпались вот удары, а я сам вызывал, и эти удары были вроде не больно. В общем, все, они были в полном мраке. Тут обман идет со стороны. Распятие. Распятие, да-да-да. Вот. Так очень это ложное. Да, ложное такое. Вот. А по отношению вообще ко всему творению отрицательно, потому что это творение материальное, а позиция между духом и материей выдержана дальше нет. Понимаете, это уже почему расхождение классов. Я уже решила, вот на Платона, знаю, не на Плотина, думаю, ну такой Платон даже еще куда, даже еще похлеще. Потому что полное презрение всему материальному, а что же? И Творец потому плох. Архам. Он Архам. Творец? Творец Архам. Да. И Творец библейский. Это все одно. И церковь есть церковь высшая. Что? Церковь есть высшая. Простите, не слышно. Чего? Очень интересно, да, как это называется? Ну, занятный текст, ничего не скажешь. Трудный вообще. Что там нравится? Ну, и спрашивают. До следующего раза.
О смехе. Нет, уже. Но мне кажется, что только начали, и очень много вопросов, правда? Да, понятно. Прежде всего о самом термине, где смех, где насмешка, это действительно, я, как это приезжает. Я виновата, потому что все это я выписывала, и все это выскочило из моей головы и осталось дома. Ну вот тогда, тем более. Ну да, ну вот тут вот просто смех. А переводчики-то вот, они... К сожалению, я смотрела иностранные переводы. Там в некоторых случаях очень больно, что это прям посмешище. 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 Ну, да, и то, посмешище и смех. Это разные вещи. Да, вот. Ну, ну, а все-таки это разные истории. Ну, то есть, так это получается, если вы хотите это ритуалом, что это что-то такое, ритуальный смех. Да. Я думаю, что это ритуальный смех. Как я думаю, я предлагаю, а не настаиваюсь. Я думаю, что уж больно соблазнительные эти повторы.